Да, мои варисты читала это поэт Охунжан Хакимова. Это «Спящий лева не трогайте в клетке». Потом вот эта книга я читала, вот это стихотворение совсем другое мне дали это энергию. Не забудьте, мы в клетке, но все равно они от нас пугаются. Когда меня изолятор закрывали, всегда один экземпляр от этих стихотворений в моем кармане был. Когда они меня обыск сделали, всегда они нашли вот это стихотворение, чтобы их это психологическое давление сделать. Когда меня избили, когда меня арестовали, когда похитили, изнасиливали, и вот против меня, моей деятельности, что они не сделали бы, это все дало мне мужество, и я опять продолжала свою борьбу. И вот в конце они только сломали мне это физически, а духовно они не смогли сломать меня. А вот я поехала в Германию, чтобы диагностика сделать и лечиться. Вероятно, с очень большой вероятностью, что причина ваших жалоб спрятана в том, что вы перенесли за последние пару лет. И тут я вижу прямую связь между этими другим. Мы уже пару дней занимаемся диагностикой, это придется продолжить. Я надеюсь, что пройдут еще 2-3 дня, и мы будем точно знать, что это. Да. Ich versuche es mal kurz zu sagen. Die Dame saß dort 3 Jahre in einem Gefängnis wegen politischer Verfolgung, ist dort misshandelt worden, ist dort dann zwangsweise operiert worden, wurde nichts erklärt, was gemacht wird, warum es gemacht wird. So ist es zu mir zumindest übertragen worden. Когда меня арестовали, что если я, который они мне предлагали, что я писала, а если я вот это писала бы, я не сидела. Я сама была свободна, а моя душа была в клетке. А сейчас вот это время я была в клетке, а моя душа всегда была свободной. Я всегда, вот когда сидела, такой вот печальные песни для себя всегда пела. И когда вот пою, у меня это легче стало. Собираются силы, и опять я это крепко становлюсь. Edim kaşana zinetli Bugün vayranım sensiz Mene oy taş basken mumu Perişanlik de kalgen men Gözüm on gide surati Anya parvanaman sinsiz Не могу продолжать. Правительству или президент Каримову, когда угодно будет, тогда сможет они опять меня закрывать или убивать, чтобы остановила мою деятельность. И я на это готова.
Aleyküm assalam. Yaxşı mısınız? Xudaya şükür, rahmet. Sağ olarız, yaxşı mı Bahram Ake? Ha? Yaxşı. Rahmet Bahram Ake, sağ olun. Они пропагандировали, что я это какой-то лидер экстремистской группировки. Я понимала, что правительство Узбекистана не дадут мне в Узбекистане нормально лечиться, а мне после противозаконной операции, когда я сидела в тюрьме, после этих осложнений уже очень мучает меня. Я думаю, даже если я вернусь в Узбекистан, правительство Узбекистана только такую возможность сделает, что я медленно умирала, страдала и умирала.